Масштабная военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» добралась до Заречья. Торжественный митинг прошел у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже третий год по нашему Одинцовскому району шагает эстафета «Салют Победе». Самая главная ее идея – это объединить поколение всех жителей нашей великой страны. Я очень рад тому, что мы стоим перед живыми свидетелями этого события. И молодое поколение, принимая эстафету памяти, принимая эстафету чести, может, гордо подняв голову, сказать, что мы единственная страна, которая закопала фашизм. В этом году эстафета посвящена подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Городскому поселению передали символы акции – копию Знамени Победы, водруженного в мае 45-го над Рейхстагом, и репродуктор. Рассказали ребятам и о блокадной ласточке – знаке доброй вести с большой земли. Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести. Это означало «жду письма». Этот знак придумала блокада. Эстафета «Салют Победе» уже стала визитной карточкой нашего района. И все это ради того, чтобы младшее поколение не забывало подвиг своих дедов и прадедов. Это наша память, наше наследие. Мы обязательно должны вспоминать те утраты, ту боль и те радости. И такие праздники обязательно необходимы, чтобы показать младшим поколениям, рассказать о истории. Чтобы знали о том, что наши дедушки, прабабушки воевали за нас, они воевали за нашу свободу. Я считаю, что такие мероприятия очень важно проводить, чтобы почтить общую память, общие утраты. И это очень объединяет людей, особенно в наше время. Есть еще среди нас люди, которым сложно забыть те страшные дни. В Одинцовском районе проживает 89 ветеранов-блокадников. Живем мы за себя и за всех ушедших, за братьев, всех отцов и матерей, неся тот груз и ад тот сумасшедший. На протяжении недели в образовательных учреждениях Заречья пройдут военно-патриотические мероприятия. Это встречи с ветеранами, концерты, тематические выставки и митинги. Городское поселение станет последним муниципалитетом района, принимающим участие в эстафете «Салют Победе». Здесь же, в Заречье, 19 октября патриотическая акция завершится праздничным концертом. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».